Всем привет! Это видео я, скорее всего, назову «Компостная яма». Это видео будет о компостной яме и все, что с ней связано. Здесь вот грядка капусты. Она не тронута совсем. То есть, получается так, что в прошлом году нам не хватило капусты на продажу. В этом году засеяли больше. Вот. Ничего не тронуто. Эта капуста пойдет в компостную яму. Идем дальше. Вот помидоры. Победитель. Остаток в грядочке тоже пойдет в компостную яму. Почему я это говорю? Потому что завтра 30 мая и крайний выезд на рынок в этом году по продаже рассады. Здесь вот грядка. Розовый высокорослый. Тоже пойдет в компостную яму. Жалко? Да, жалко. Но с каждым годом люди все меньше и меньше покупают рассаду. Почему? Да, я думаю, причин очень много. Это морковка ранняя. Здесь вот под пленочкой баклажаны посажены и накрыты. Там вот высокорослые помидоры в теплице. Это тоже капуста пойдет в компостную яму. Ну и вот мы наконец-то приближаемся к ней. Сейчас посмотрим, как она устроена. Вот красота еще. Яблочки. Вот она красавица. Самая-самая простейшая, какая может быть. Это все, что с прошлого года. Перегнило. Ну и то, что осталось. С этой стороны вот это все помидоры, рассада помидор. Все, что не продается, все складируется сюда. Будет хороший компост, хорошее удобрение. Далее используем вот этот компост и на следующий год уже сюда будем загружать растения, траву, ну и все наподобие. То есть трава, рассада, все что угодно. Потом отсюда берем и пересеваем. Вот здесь уже у нас пересеянный компост. И удобряем грядки. Заросло травой. Можно вырвать и бросить на перегнивание. Так что вот такая самая простейшая компостная яма у нас. Насчет удобрения выручает просто капитально. Ну вот, пожалуй, все. Всем здоровья, всем добра, всем хорошего настроения. Пока.